Привет, друзья! Ну что, сегодня решил очередное видео записать. Ну, как видео, не сильно длинное, не сильно это. Было у меня посленовогоднее видео, да, где я показывал вам свое новое направление, значит, там резьба фигурок. Мне понравилось, друзья, мне очень вырезать фигурки. Хоть и... Чем меньше, я говорил уже, изделие или там фигурка, сложнее, да, вырезать, но зато интересно, и это можно, скажем, делать в любое время года. И зимой, и летом потихонечку сел, и сиди там, можно над пакетиком или над целлофанчиком отдельно где-то на столике сидеть и как бы заниматься, скажем, своим любимым делом потихонечку в тепле, чтобы особо там не топить столярку, сидеть и заниматься. В общем, что хотел-то. Посмотрел я, значит, на просторах интернета, с чего делают, с какой древесиной делают. Ну, с древесиной с разной делают. Как и, допустим, и ложки, у кого какой есть материал, тот с того и делает. Ну, в общем, посмотрел я много видео, значит, на тему резьбы вот этих фигурок. Ну и, значит, что, в основном все делают из бруса. Ну и решил я, у меня обрезков много, как бы, ну и руку, чтобы набивать и тренироваться, сделал себе вот такие вот. Ну, привел в порядочек, шлифанул их уже сразу заранее, сделал себе вот такие заготовочки. Из бруса, я видел, вырезает и удачно потихоньку начинает с угла с какого-нибудь чертить и потихоньку вырезается. Ну, не знаю, сделал вот такие заготовочки, чтобы можно было дома сидеть, там что-то рисовать, что-то пробовать. Значит, такую вот побольше взял. Ну, я не знаю, там... Про размеры ничего не говорится, да, друзья? Ну, какие есть у меня обрезочки, такие есть. Я вот и торцы шлифанул, вы видите, они гладенькие. И это, ну, в общем, вот так. Первоначально шлифанул, все, приготовил их вот так. Шлифанул, ровненькие, аккуратненькие. Да, тут есть с косичками, ну и не жалко будет, потому что все равно, да, вот здесь он... Здесь кора под скос, вон, видите, да, скос. Ну, я начну с этой стороны, там потом обрежется. В общем, вот такие себе пока три штучки заготовочки сделал, небольшие. Поэтому буду пробовать с них что-то дальше, руку набивать, делать, значит, какие-нибудь фигурки, каких-нибудь там старичков, старцев, а может, каких-нибудь сказочных попробую героев. Ну, в общем, посмотрим, друзья. Поэтому что, спасибо вам за просмотр. Кому понравилось, ставьте класс, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Стараюсь свой канал разнообразить, сделать его максимально интересным в разных направлениях. Хотя меня здесь, опять же, по направлениям ударили по рукам. Типа того, что ты резчик, значит, и должен канал у тебя быть про резьбу. Ну, раз про резьбу, ребята, значит, про резьбу будет. Ничего лишнего я закидывать не буду. Я посмотрю, что мне это даст. Как бы и в подписчиках, и в комментариях, и в просмотрах. Если, конечно, пойдет, значит, дай бог тому и быть. Если нет, значит, как я делал разностороннее видео, значит, так я и буду делать. Потому что контингент, я считаю, разный на моем канале. Есть и девушки, и женщины, да и какая разница, кто. Одному нравится рыбалку посмотреть, кому-то нравится это посмотреть. Старался для вас, ребят. Ну, раз нет, значит, нет. Значит, будет, как и изначально я начинал свой канал и представлял его видеть. Все о дереве, все про дерево. Значит, пока буду придерживаться вот этому полиграфу. И, значит, буду делать канал только о резьбе. Какие-то резцы или еще какие-то работы, обзоры, мастер-классы. Поэтому, если кому-то что-то, пишите опять же в комментариях.
охота посмотреть, какие там еще дизлайки прилетят, потому что то ли завистников, то ли это, много всяких разных, поэтому мне на это не важно, ребят. Делал, самое главное, я делаю, занимаюсь своим любимым, скажем, хобби, да, ну и буду заниматься им. Кому интересен разносол в моем канале, значит, будет разносол. Нет, значит, нет. Ну, пока, ребят, я буду придерживаться этому, посмотрим, что из этого выйдет. Если из этого хорошего ничего не выйдет, значит, и, соответственно, канал буду опять же разбавлять какими-то там поздравлениями или там о погоде, или там всяко-разно, как я и планировал. Поэтому, ладно, ребят, не буду вас отвлекать. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Гости, обязательно подписывайтесь, будет интересно на моем канале. Кому понравилось видео, ставим класс, пишем комментарии, включаем колокольчик, чтобы не пропускать моих видео. Ну, а я с вами буду прощаться. Пока-пока, ребята.